целый час для вас, друзья. LMA — это дружба и доброта. Даю вам рэп, даю вам бит. Ты смотри на зал, как он бомбит. Костер зажгли, вокруг мы сели. Гитара под рукой, песню мы спели. Учились творить, мыслить нестандартно, отстаивать мнение. LMA – это аббревиатура для более чем 70 человек, стала синонимом творчества, инициативы и активности. Лагерь молодежного актива доказывает уже в шестой раз – это территория тех, кто предпочитает движение и постоянное развитие. Интересные работы, интересные лица, яркие, неординарные. Поэтому огромное вам спасибо за то, что вы здесь провели время. Я надеюсь, что для вас это было... как минимум полезно, а вообще, конечно, хотелось, чтобы было круто, весело, здорово, и чтобы LMA 2018 остался у вас в памяти на всю вашу жизнь. А ведь запомнить действительно есть что. 4 дня, и в это время участвовали в творческих, спортивных мероприятиях. Но главное, над чем усердно трудились команды молодых активистов, — создание социально значимых проектов. Что же в первую очередь волнует молодежь? Наибольший интерес вызвал проект по созданию зоны досуга на прилегающей к центру навигатор территории. Ребята предложили, здесь нужно установить открытую танцевальную площадку и столы для настольных игр. Мы установим первую в городе открытую танцевальную площадку, большой стол для игры в мафию и прочие настольные игры. Из лесной зоны, которую молодежь использует для распития алкоголя, мы создадим место, где даже молодежь сможет активно отдохнуть без вреда для здоровья. Идеи активистов высоко оценило руководство района. Проект будет рассмотрен. И к общей радости молодежи заместитель главы администрации района Юрий Родионов сообщил ребятам еще одну приятную и долгожданную новость. У нас родилась идея все-таки создания на территории города Щелково антикафе. То, что происходит в лагере молодежного актива, да, это тот самый принцип антикафе. Таким насыщенным запомнился лагерь молодежного актива 2018. И всегда из того, что в юноармейце собираются такие неравнодушные ребята, выходит что-то хорошее. Наталья Медведева, Станислав Беляев, телерадиокомпания «Щелково».